Всем привет, это Маша и полная практика прощения с Green Mind Life Ярослав Мудр-Воронцов. Мы наконец-то дождались этого долгожданного дня, 31 декабря. Не знаю, как вы, а я всегда очень жду Новый год. А для меня Новый год с детства остался таким вот сказочным очень праздником. Для меня этот день, он волшебный, в нем есть определенное волшебство. И несмотря на то, что волшебная палочка под елкой так и не появилась до сих пор, это не портит этот день и не делает его менее сказочным. Мне кажется, что для меня родители в детстве устраивали сказку в этот день, и вот это вот ощущение волшебства в этот день, оно до сих пор во мне живет. Разница только в том, что сегодня я понимаю, что свою сказку для себя устраиваю я сама. И для меня она проявляется во всем. Проявляется в тех близких людях, которые рядом со мной находятся. Проявляется в возможности подарить им свою любовь. Проявляется в возможности приготовить что-то вкусненькое. Приготовить интересные подарки для своих близких. В ожидании реакции на их подарки. Точнее, их реакции на мои подарки. И вот это все такие маленькие мелочи, возможность позаботиться о своих близких, возможность чем-то их порадовать, что-то им подарить, что-то вкусное приготовить, для меня это все такие невероятно приятные хлопоты, для меня это моя сказка. И вот, возможно, для кого-то из вас этот день и не наполнен таким волшебством, как для меня, но мне бы хотелось вам сказать и пожелать вам, что помните просто, что свою жизнь, свою сказку рисуете вы сами. И не позволяйте никому и ничему как-то в это вклиниться и помешать вам это сделать. Все возможно, если только вы этого захотите. Поэтому не откладывайте на завтра и начните делать это прямо сегодня. Создавайте вокруг себя свою сказку. Для каждого она своя, а для кого-то это, не знаю, отпуск на Мальдивах, на Канарах, для кого-то это Новый год на работе, возможно, каждому свое, но просто позвольте себе получить это удовольствие, ощутить вот эту вот сказочность Нового года. Это такое что-то невероятное, когда мы все ожидаем каких-то перемен, и нам хочется верить, что в Новом году все будет еще круче, чем было в этом году. Но помните, что Новый год сам по себе, он ничего не меняет. Меняемся мы. Меняем все мы и меняемся мы. И в этом вот очарование. Это время, когда, ну, так хочется подвести некий итог, некую черту, некие резюме сделать по прошедшему году. Не откладывайте это, сделайте это сегодня, посмотрите на свой прошедший год. Я уверена, что вы найдете там кучу событий, позитивных и хороших. У меня их в этом году было так много, что я даже стала их записывать на листочке, потому что все в голове удержать не получилось. И мне даже казалось, может, это было в прошлом году, может, не в этом, но оказывается, что все произошло в этом году, и это так удивительно. И мы живем, знаете, не обращаем внимания на то, что у нас там каждый день происходит, но когда вот с высоты полета сегодняшнего дня посмотреть на свое прошлое, вы удивитесь, сколько всего позитивного было и сколько всего было прекрасного и хорошего. Сегодняшний день — это также день, когда стоит помечтать о будущем и о том, что будет в будущем году, и построить для себя некие планы, то есть даже самые невероятные, но планы, и подумать, как мы их достигнем. И, ну, вот для меня этот день — это вот еще также возможность подвести итоги, построить план себе на будущее. И мне кажется, что вот этот праздник, он и для этого тоже, чтобы мы как-то осознали себя получше в текущем, в настоящем, и подумали о себе в будущем, а какими мы хотим быть в будущем. Поэтому у меня в планах на сегодня заняться именно этим, кроме всего прочего, кроме всех предновогодних хлопот. Я вам искренне желаю создавать вокруг себя свою сказку. Помните, что все в ваших руках. Опять-таки, Новый год сам по себе ничего не изменит, изменитесь вы. Поэтому не откладывайте это на завтра, начинайте это делать уже сейчас.
Подводите итоги, стройте планы, наслаждайтесь текущим моментом, создавайте сказку вокруг себя, потому что это прекрасно и это чудесно. С вами была Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудрый-Воронцов. Живи на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас.